Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение предмета «Вспомогательные исторические дисциплины». За последовательным изучением исторической хронологии, исторической метрологии, мы с вами изучаем тему «Генеалогия и систему социального этикета». Мы видим, что на эту тему у нас отводится 3 часа лекционных часов. И мы на предыдущих двух занятиях рассмотрели вопросы предмета задачи генеалогии, функции генеалогии и методику генеалогического исследования. Сегодня наш вопрос – система социального этикета в прошлом и в настоящем. Итак, тема «Система социального этикета в прошлом и настоящем». Мы рассмотрим только один вопрос – система социального этикета, начиная вот из древности до нашего времени. К вопросу о рекомендуемой литературе и вопросы для закрепления мы обратимся позже, а пока начнем с непосредственно лекции. Итак, система социального этикета в прошлом и настоящем. Социальные отношения, как правило, оформляются определенными системами социального этикета: званиями, чинами, наградами, титулами, знаками различия. Определенное звание или титул обычно указывает на место его носителя в общественной иерархии, на заслуги перед государством или правящим классом. Особая одежда, часто форменная, со знаками различия, знаки наград и тому подобное, дают возможность определить по внешнему виду носителя звания, лицо, награжденное орденом или медалью, отличительными деталями одежды. Создание и развитие этих систем непосредственно связано с эволюцией социально-политического развития, и поэтому является неотъемлемой составной частью исторического процесса. Вместе с тем знание систем социального этикета имеет и прикладное значение. Для того, чтобы понять исторический источник, а зачастую научное сочинение, историк должен знать, чем, допустим, стольник отличался от боярина или окольничего, кем был коллежский секретарь или секунд-майор, чем священник отличается от диакона. Высокой ли наградой был орден Андрея Первозванного? Кстати, высокой. Это был высший орден Российской империи, и по статуту этого ордена одновременно им могли быть награждены только 12 человек, не больше. То есть, если из этих 12 орденосцев кто-то умирал, вот тогда, так сказать, освобождалось место, и можно было наградить кого-то еще из живущих. Звания и награды советского времени историку, как современнику, известны лучше. Но и здесь он должен суметь отличить, например, должность командарма или комдива, соответственно, командующего армией или командира дивизии, от существовавших в нашей армии в 1935-40-х годах званий высшего командного состава. Ну, там такие звания, так, как там комкор, допустим, там комдив, комбриг и так далее. Наконец, изучение форменной одежды, духовного облачения священнослужителей и наградных знаков на портретах, живописных, графических, фотографических, дает возможность уточнить датировку изображения, а зачастую опознать с большей долей вероятности личность портретируемого. Ну, можно привести такой пример. Допустим, если вы видите фотографию, на котором изображен офицер советского периода Великой Отечественной войны, и у этого офицера есть погоны, и, допустим, на левой стороне груди у него орден Красной Звезды, то эта фотография относится к периоду между февралем и июнем 43-го года. Дело в том, что погоны в советской армии были введены в феврале 43-го года, а до июня орден Красной Звезды полагалось носить на левой стороне груди, а после июня ее можно было носить только на правой стороне груди. Теперь о системах этикета гражданских и военных лиц. Известно, что постоянные чины, звания, титулы и награды возникают в классовом обществе. Особенностью большинства из них является то, что первоначально они означали не звания и титулы, а реальные должности, и только в дальнейшем оторвались от них. Так, титул князя когда-то обозначал племенного вождя, а затем реального главу княжества, и лишь после создания единого государства стал почетным титулом, указывающим на высокое происхождение. Должность королевского наместника в раннем Средневековье означала слово «граф», превратившееся впоследствии в дворянский титул. Некогда каждый полковник действительно реально командовал конкретным полком, а подполковник, соответственно, был его помощником. Коллежский секретарь реально вел делопроизводство одной из коллегий и тому подобное. К системам социального этикета относится и наградная система.
На Руси до XVIII века не существовало особых наградных знаков. В качестве наград употреблялись западноевропейские или специально изготовленные в России золотые монеты, новгородки и московки, которые нашивали на шапку как знак отличия. Только при Петре I в России появляются первые ордена и медали. В Западной Европе ордена как вид награды тоже появились только в XVII веке. Сходство терминов «орден» и «рыцарский орден» не случайно. В позднем Средневековье западноевропейские монархи учреждали свои рыцарские ордена, становясь их главами, гроссмейстерами или командорами того или иного ордена. Рыцарь, член ордена или кавалер, носил его знак, как правило, в виде креста на своей одежде. Включение в состав ордена было монаршей милостью и постепенно превращалось в награду. Со временем название «орден» перешло на орденский знак, что, кстати, гораздо ближе к фалеристике, о которой мы будем говорить на последующих лекциях. Орден превратился в высшую награду. Однако определенные следы связи с рыцарским орденом остались. Дело не только в том, что награжденные именовались кавалерами, но и в том, что орден сначала автоматически давал дворянство, ведь рыцари – дворяне. С наследством ордена как организации связано и наличие нескольких степеней у орденов, причем степени эти часто имели свои названия – кавалерская, офицерская, командорская и другие. Первоначально речь шла об иерархии рыцарей внутри ордена. Именно поэтому обычно орденами награждали последовательно от низшей ступени к высшей, а при получении более высокой степени знак более низкой не носили, так же как, например, майор не носит одновременно с майорскими капитанских знаков различия. А теперь давайте обратимся к созданной Петром Великим в 1722 году специальной иерархии для лиц военных, придворных и гражданских, табели о рангах. А мы обращаемся к сайту История.РФ. И здесь есть статья «По чину и честь, что давала Петровская табель о рангах». Итак, 4 февраля 1722 года Петр I ввел в действие систему военных, гражданских и придворных чинов, действовавшую, ну, с определенными изменениями до 1917 года. Идем ниже. Вот как она выглядела, табель о рангах в рукописном виде. Она изменила действительно. Вот, кстати, портрет Петра, да, который создавал, собственно говоря, свое новое дворянство, близких к себе людей, и вводил табель о рангах во многом как средство стимулирования людей к государственной службе, к тому, чтобы достойно служить и получать определенные повышения, связанные с этим привилегии. Посмотрели на портрет Петра I. Были определенные штрафы за привилегии. Если интересно, затем почитайте эту статью. Вот интересная картинка, связанная с гражданской казнью Николая Чернышевского. То есть после данной процедуры тот человек, который ей подвергался, лишался всех сословных прав. И это тоже было предусмотрено табелью о рангах. А теперь давайте посмотрим, собственно, на табель о рангах. Вот у нас здесь не вмещается на страничку, поэтому я предлагаю переключиться вот на эту табель о рангах. Вот она. Итак, табель о рангах 1722 года. И вот смотрите, вот они ранги, да? С 1 и по 14. 14 самый низкий. То есть человек поступал на гражданскую службу. Вот смотрите, ранги делились на чины гражданские, чины военные морские, чины военные сухопутные. И еще были чины придворные. Я их не стал включать в эту таблицу. Итак, были чины гражданские, чины военные, которые делились на морские и сухопутные. Итак, самый низший ранг 14. У чинов гражданских это коллежский регистратор, у чинов военных сухопутных это прапорщик или корнет. Что интересно, военные имели огромное преимущество над гражданскими. Дело в том, что у военных сразу же по достижении, то есть при получении 14 ранга, самого низкого, напоминаю, вот, тот получал, сразу получал личное дворянство. Личное дворянство. То есть он сам становился дворянином, но не мог передавать этот титул своим детям. Вот. Но, что интересно,
Это я говорил о чинах гражданских, да, то есть вот коллежский регистратор получал личное дворянство, но не мог передавать его детям. А вот у чинов военных с низших рангов, сразу же, даже при получении 14-го ранга, вот, сразу же чины военные получали право на получение потомственного дворянства. То есть теперь они уже могли передавать своим детям. Гражданские чины могли получали титул потомственного дворянства только по достижении 8-го ранга. Вот смотрите. Вот становясь коллежскими асессорами, по достижении вот этого 8-го ранга чинов гражданских, получивший этот ранг, он становился потомственным дворянином, то есть передавал свой титул детям и внукам. А у военных это начиналось сразу с 14-го ранга, да, и шло вверх. Посмотрите на название чинов гражданских: высшая должность, высший чин канцлер, потом шел действительный тайный советник, действительный статский советник, Романа Кунина о Фондорине, так называется, да, статский советник. Затем коллежский советник, надворный, коллежский асессор, титулярный советник, коллежский секретарь, губернский, сенатский регистратор и самая низшая ступень — коллежский регистратор. Вот давайте посмотрим, как отличались вот эти вот ранги. Посмотрим, допустим, на текст старинного русского дореволюционного романса о такой, я бы сказал, безответной любви. Там есть такие строчки: он был титулярный советник, она генеральская дочь. Вот смотрите, соответственно, речь идет о человеке, который носил, был носителем 9-го ранга, да, титулярный советник, а она была генеральская дочь. Где у нас генерал начинается? Вот, генерал-майор, да, это 4-й ранг. То есть я думаю, этот союз был невозможен, потому что он был довольно низкого все-таки 9-го ранга, а она была выходцем из семьи носителя 4-го ранга. Вот. И еще один пример из литературы, это из рассказа Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий». Напомню сюжет: два бывших одноклассника встречаются на железнодорожном вокзале. Один тонкий, человек, который не сделал выдающейся карьеры, вот, а другой толстый, тот, кто много очень добился. И в разговоре тонкий подобострастно спрашивает: а ты кто, мол, небось, так сказать, статским стал, да, так сказать? То есть он намекает, что его одноклассник сделал блестящую карьеру, стал статским советником. А вот, а тот ему отвечает, так сказать: бери выше, до тайного дослужился. То есть он говорит о том, что он носитель 3-го ранга, да, тайный советник. Видите, какой высокий ранг. Надо сказать, что к системам социального этикета относится и наградная система, да, мы об этом уже упоминали. И мы можем, я думаю, так, ну, почитайте еще чины военные морские, можете сделать скриншот, вот, как назывались, да, генералиссимус, фельдмаршал. Генералиссимус – это редчайшее звание, которое, допустим, в 1945 году, которого был удостоен Иосиф Сталин, да, по завершению Великой Отечественной войны. Тогда, в то время, он стал третьим генералиссимусом после Чан Кайши в Китае и Франциско Франко в Испании. Но вообще больше, конечно же, декоративный такой достаточно ранг или чин. Вот фельдмаршал, это уже, конечно, да, маршальские титулы были введены в советской армии в ходе Великой Отечественной в 1943 году. Вот должность адмиралов и генералов в армии на флоте, полковники, подполковники. Ну, вот, допустим, интересно, что в советской армии чина подполковника довольно долго не было. Был чин майора, было звание майора, а потом шло звание старшего майора. То есть майор, старший майор, полковник. Вот. Капитан, ротмистр, лейтенант, уже более знакомые нам названия. И у нас остается не так много времени. Мы возвращаемся к списку литературы и вопросам для закрепления. Итак, в списке рекомендуемой литературы 5 источников. Это вот учебники по нашей дисциплине, вспомогательной дисциплины. И вот обращаю внимание на 5-й. Палеография, археография, хронология, геральдика и системы социального этикета. Электронное приложение к учебнику вспомогательной дисциплины. Москва, 2015 год издания. И вот вопросы для закрепления. Первый. Что вы знаете о системах социального этикета в прошлом и настоящем? Когда и с какой целью был принят табель рангов Петра Великого? Какие рыцарские ордены вы знаете? Какова высшая награда государственным современном Казахстане? И в чем особенность российского ордена Андрея Первозванного?
Благодарю за внимание.